Анонс и дата выхода 7-й серии нового турецкого сериала «Любимое прошлое». 7-я серия сериала выйдет в эфир 6 декабря. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Джахидем отправилась в город для того, чтобы отыскать своих дочерей. Она принялась показывать фотографии своих маленьких девочек каждому встречному прохожему и спрашивала, может быть, кто-то их видел. Вскоре про эту женщину, ищущую своих детей, распространились слухи по всему району, а некоторые начали приукрашивать события и говорили о том, что она убила своего мужа. Девочки в этот момент начинают думать, что родная мать старается их отыскать. Несмотря на все старания, поиски Джахидем не приносят никаких либо результатов. Когда она встретилась в лесной чаще с Джемалем, то ее нервы находились уже на пределе. К Азре приходит дочь Джемаля, и она просит о том, чтобы она не рассказывала ее тайну никому и ни при каких обстоятельствах. Только Азра не послушалась ее и все рассказала, и по этой причине Джемаль решил как можно скорее жениться на Джахидем. Только Джахидем снова ответила отказом на его предложение руки и сердца и поняла, что ей необходимо искать своих детей в совершенно другом направлении. К дому, где на данный момент проживали девушки, приехали сотрудники правоохранительных органов, и теперь им придется дать объяснение, что они здесь делают. Напомним, 7-я серия сериала «Любимое прошлое» выйдет в эфир 6 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.